Всем привет, друзья! Сегодня погодка, видите, какая? Ну, как всегда в Германии. Дождь, ветер, короче, полный шлехт. Видите, людей что-то маловато. Пятница, единственный хороший день, который на неделе. Кстати, во вторник мы тоже отдыхали. У нашей учительницы был термин, и она нас отпустила. Чему мы были рады? Ой, арабы как были рады, это вообще. Аж обнимали нас. Вот. Новая тема на курсах. Пока иду в фитнес, ну, в спортзал, покажу вам немножко Зарбрюкена. Погодка не очень, видите, никого нету. Пока еще, надеюсь. Ну, как погода будет, тут обычно все кальяны курят. Видимо, арабская кафешка. Что она тут популярна среди ихнего брата. Погодка не очень, и целую неделю будет такая себе. Вот, значит, что я хотел... Сейчас давайте переверну. Значит, о чем я хотел поговорить. Мне там девушка написала, они выехали, все хорошо. Вроде, я так понял, квартиру получили, но нет мебели. Значит, смотрите, вы пока на социаламе в этом, ну, там, по-моему, первый месяц. Хотя, если вы квартиру получили, вы должны были уже как бы в джоб перекинуться. Ну, там первый месяц, короче, будете на социаламе, там получите денежку пока, а потом уже в джоб перейдете под ихний, скажем так, контроль. Вот, и скажите им, там, попросите на мебель, на все это дело, и они вам должны, ну, как должны, не знаю, как должны, в общем, по поводу того, что они вам должны дать список вот этих социальных магазинов и... Ну, купон там на все это дело. А, к вам должен прийти там пару мужчин, проверить, что есть, что нет. У нас там просто было, мы уже купили кровати, там технику какую-то, ну, за свои деньги. Они это все описали, что есть, что нет. И потом, где-то, по-моему, через месяц нам пришло письмо со счетом, по-моему, на 1800 евро, с которым мы, к сожалению, не воспользовались. Ну и пофиг, мы сами все купили. И там, по-моему, на 2 месяца дается, или на 3. В течение 3 месяцев вы должны эти деньги потратить. Ну и с чеки, естественно, им предоставить, чтобы они это все списали. Вот. Но у нас парень, который вот с нами учился на степ-бай-степ, вот этом, с русскоязычной девочкой, он себе в ПОКО, ну, новую мебель взял. Кухню, там, с техникой даже, с холодильником горения. Ему все оплатили, все отлично, все новое, и варочная, и духовка, и стол, и мойка, все новое. Мы к нему ходили, все отлично. Так что, как вариант, потому что в социальных магазинах такой хлам продается, ну, и по таким ценам, что просто капец. Вам-то все равно, но зачем вам это Г, если можно новое купить в ПОКО? Да, ну, конечно, не там, не шикардос, но новое, как бы, такого плана. Так что, ну, если на первое время, если у вас ничего нету, ну, ходите по своему району, тут выкидывают, либо на кляне смотрите, в объявлениях, либо в телеге, в этом, в группах. Тоже много кто отдает, кто-то продает там за недорого, скажем так. Почему бы и нет, купите. Вот такие дела. Если нужна машина, пишите мне в личку, я сведу вас с мужчиной, который нам помогал.
Он, по-моему, там 25 евро в час берет. Но у него большой бус, по-моему, Volkswagen, по-моему, вот этот. Вот. Он, по-моему, он, кстати, тоже из Донецка. Но он тут уже, по-моему, 22 года живет. Или 20, или 19, не помню. Вот. Так что у него бусик тут на немецких номерах. Если надо, он, ну, я дам контакт, и он вас отвезет. Отвезет, привезет. Но единственное, он, по-моему, не разгружает не это самое, так что сами. Но если там надо что-то, то пишите мне на субботу-воскресенье, либо там после обеда, потому что я учусь каждый день. Я вам помогу. Вот. Что еще? Ну и, в общем, если что, пишите мне в личку, в телегу. Будем что-то... Если там, тут я что-то найду, там, я вам видео скину. Ну, я, в принципе, скидываю видео, если я там вижу какие-то там... Мебель кто-то выставил, а сразу иду и в телегу скидываю всем. Что, типа, ребята, бесплатно. Улица такая-то, находится здесь-то, приезжайте, забирайте. Почему бы и нет, приезжайте. У нас-то все есть, нам ничего не надо. У нас нету там кухни, но мы... Ну, что-то как бы пока... Ладно, там, обходимся без нее. И шкафа нет, ну, тоже такое. Вот. Так что пишите в личку, если что, помогу. Сведу там с машиной, если надо машину, если надо помочь, там, мебель туда-сюда перетянуть, тоже пишите. Все, всем удачи, я пошел в спортзал. Пока-пока.